Вот слушай сюда. Дернешься, я тебя завалю. Ты меня понял? В январе 2018 года в МВД по Республике Татарстан обратился один из казанских предпринимателей с заявлением о том, что в течение года у него вымогают крупную сумму денег в размере 40 миллионов рублей, сопровождая требования угрозы убийством или похищением родственников. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дальнейшие действия проводились под контролем оперативников. В ходе оперативной разработки задержаны два жителя Саратовской области 36 и 24 лет, один из которых ранее уже был судим за вымогательство. Решением суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия установлены и другие преступления, совершенные на территории Саратовской области. В период с марта по июнь 2016 года обвиняемые вымогали передачу прав на земельный участок и строящийся дом стоимостью 8 миллионов рублей у семейной пары под предлогом якобы невыплаченного долга. Кроме этого, осенью 2016 года один из них вошел в доверие к саратовскому предпринимателю, устроился на работу в его фирму снабженцем и под предлогом предоставления беспроцентного займа через армянскую диаспору убедил переписать нежилые объекты в Саратове на себя. Недвижимость он продал, так и не предоставив займ, причинив таким образом ущерб в размере 23 миллионов рублей. 31 июля 2019 года Советский районный суд Казани вынес обвинительный приговор. Михаил Аванесян приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима, Борис Нафталян приговорен к 2 годам колонии строгого режима.